BMX-еры парни без тормозов. Для них сделать мертвую петлю на двухколесном проще простого. Скорость и драйв по-прежнему в моде. Знакомьтесь, могилевский рекордсмен Саша Фоминых, чемпион страны по прыжкам в длину на BMX. За мудреным названием скрывается вот такой велосипед без тормозов. От $700 до $1500. Да уж, остается только вздохнуть и выдохнуть. Фоминых перепрыгнул 10 человек, и это, оказывается, не предел. Вот 15, думаю, перепрыгну. Ну еще плюс-минус один. И ведь перепрыгнет, а получится, побьет собственное же достижение. Рекорд Беларуси 7,5 метра в прошлом году поставил. Тренируется Саша не один, а вместе со всей могилевской велодружиной. Парни, как называется наша команда? Вагин Крю! Громче! Вагин Крю! Все свободное время BMX-еры проводят со своими железными конями и даже именами придумали. Я Саша, ну друзья крейзиком называют, велик Олька. Я Андрей, зовут Кутас, велик Дуся. Миша, блэкмаркет велик. Антон, Калипоки. Вид спорта у Biking Crew очень экстремальный, и всякое бывает. Направление пользуется популярностью не только у молодежи, но и у обычных прохожих. Так и охватывает ностальгия по взрослику и раскладушке. Ребята стали постоянными гостями турслетов, фестивалей и молодежных концертов. И буквально без тормозов промчались через Славянский базар. Удивили искушенную витебскую публику своими акробатическими номерами и обещали повторить это в следующем году. Надеемся, не только 3-й, 4-й, 5-й, 6-й и так далее. В общем, планов на будущее уйма. Впереди целый летний сезон, который продлится аж до ноября. А девиз у команды неизменный вот уже который год. Кататься, кататься и еще раз кататься. Biking Crew скоро и в вашем городе. Нравится? Присоединяйтесь.